Человек говорит правильно, то он звучит как орган. Самая основа, то особенно женщина, матка говорит. Bell laureate in literature Светлана Алексеева. Благодарю Шведскую академию за высокую награду. Ну, на самом деле, у меня очень простая история. Я случайно стала знаменитой. Меня исключили из комсомола за порнографию. Мужчины были все в белом. Женщины все в черном, то есть как бы все зло шло со стороны женщины. Да, я женщина, но насколько я процентов женщина, насколько процентов мужчина, это отдельная тема. И она работала на тракторе. И вот в облике этой колхозницы, которую стоит великолепный памятник эпохи, есть черты и общий облик моей мамы. Когда мы уезжали из Советского Союза, мы хотели голову отрубить, ну, чтобы искали там рукописи, да. Бабушка сказала сразу: меня не считайте. Но она легла и больше не ела ничего. Начало, когда мне позвонили, да, я на яхте, мне звонит начальник безопасности лаборатории Касперского, говорят, что сына похитили. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. А когда я поехал на саму станцию, там военные бегали с автоматами. Никто ничего не понимал. Я и сейчас на войне. Я не ушла от тех ребят, и от живых, и от мертвых. Я не ушла с войны. Я осталась там.